Всем привет! Сегодня я хочу показать, как можно в одну каску установить кардан на свое место. Для этого я сначала, естественно, снимаю свой кардан. Итак, приступим. Тут у нас труба маятника, в котором проходит кардан. Такая вот резиночка-уплотнитель, там внутри крестовина. Сама эта труба состоит из двух частей. Вот это место большого диаметра. Здесь находится крестовина. Здесь вот поуже труба, уже сам кардан. Для начала снимаем крестовину со шлицов двигателя, максимально далеко выставляем ее вот сюда, вот в эту сторону, максимально далеко, прямо пальцем туда прямо вдавливаем до самого, чтобы вот встало, да. Теперь смотрим, что у нас получилось. Итак, вот видите, вот крестовина, шлицами вниз до упора лежит в маятнике. Сейчас вставляю задний мост, кардан, вот, прям сюда, одной рукой поддерживаем крестовину вот здесь вот, чтобы она не ушла никуда. Вот здесь ее держим, прям давим, и с этой стороны другой рукой пытаемся попасть валом в шлицы. Так, сейчас посмотрим. Да, вот примерно вот так вот ставим, чтобы она у нас вот, чтобы вот так стояла. Итак, сейчас я поставлю телефон на штатив и попробую это все установить за один дубль. Так, я установил камеру. Сейчас. Вот, наверное, да. Вот так. Все. Итак, поехали. Беру мост. Вставляю. Примерно так держим. Одной рукой поддерживаю крестовину. Второй. Примерно так пробую попасть в шлицы. Подкручиваю. Так. Вроде как попал. Дальше. А, не попал. Так, и сейчас я попал в крестовину карданом. Сейчас в крестовину пробую попасть шлицами в двигатель, в вал двигателя. Также прокручиваю обратно. Понятное дело, что с первого раза это не получится, наверное. Но все-таки.
похоже, я первый раз не попал. Пробую еще раз. Снимаю снова с вала двигателя до упора. Вот она у меня лежит. Как я показывал, посередине. Так, берем задний мост и смотрим, куда он идет. Внимание. Пристаю на, чтобы она не ушла. Так. Вот, я попал, сейчас вот точно я попал уже шлицами кардана в крестовину. Сейчас я приподнимаю крестовину, которая должна входить в вал двигателя. Направляю ее пальцами и прокручиваю. Сейчас вот. Чтобы у меня попало там шлицы уже на двигатель. Ну вот, я попал куда надо, попал в шлицы. Ну вот смотрите, вот сейчас вот так вот более-менее снял телефон. Так вот смотрите, вот убираю резинку, прокручиваю, все видите, вот все прокручивается как надо, вот по, все стало на месте. Фух, конечно, маленько употел, но тем не менее я попал не с первого раза, со второго, но все-таки это вполне реально все сделать. Ну, собственно, вот такой ролик у меня сегодня. Так что, кому если придется снимать задний мост, не бойтесь, ничего страшного. Одному это вполне под силу установить на место. Ну, на сегодня все. Пока-пока.